Вниманию новгородских автолюбителей, сегодня до самой ночи на территории областного центра идет масштабная проверка на дорогах. Нарушитель не скроется. На одной стороне моста Александра Невского сотрудники ДПС высматривают тех, кто перестроился не в тот ряд. На другой принимают сигнал и тормозят нужную машину. Проверяют все – тонировку, соблюдение правил и трезвость водителя. С начала года количество серьезных ДТП и погибших в них серьезно увеличилось. 745 ДТП. 57 человек погибло и 965 получили ранения. Многие люди пренебрегают элементарными правилами дорожного движения, нарушают их, да, не осознавая, к чему это может привести. Особенно опасными днями считаются пятница и выходные. По городу развернуто 15 таких пунктов проверки. Дополнительно даже пригласили более 30 сотрудников ДПС из области. Дежурить будут до полуночи.